А вот, собственно говоря, и доказательства. Сейчас делаем, ну, скажем так, сопровождение, помощь в том, чтобы положить клиенту деньги на счет в банке. Значит, там сумма 500 000. Мы все сделали четко, мы подготовили, сделали все документы, таможенные, накладные, все официально, как положено. Человек ложит, окей, тут подходит парень, слышит наш разговор и спрашивает: слушай, я смотрю, вы как бы в теме тут разбираетесь в этом самом деле. Вопрос такой: не знаете, почему мне заблокировали счет? Я его открыл перед Новым годом, он был открыт, а после Нового года заблокирован. Я не могу ничего положить, никакие средства. Я пришел в отделение, чтобы решить этот вопрос, а в итоге, ну, типа, мол, ну, разводят руками, то ли я не понимаю чего-то, то ли что. А я задаю вопрос: а с какой ты области? Он говорит: Запорожье. Я говорю: ну, согласно моей информации, что мне ответил начальник главного отделения Сантандера Валенсии, сказал, что Запорожье, Херсон, Луганск, Донецкий, Автономная Республика Крым, будут блокироваться счета, как бы, и все, будет замораживаться транзакция, блокироваться счета. Раз, доказательства, вот вам первое. И второе, вчера девочка тоже написала, что она пыталась положить средства, тоже из этой области, заблокировали. Вот так вот, друзья. Поэтому хейтите, пишите, что хотите, но вот так как есть. В моем профессионализме сомневаться не нужно.